Сегодня ночью при пожаре в доме номер 25 на Новосадовой пришлось эвакуировать 45 человек. Как сообщает отдел информации МЧС по Самарской области, возгорание случилось в подвале на площади 5 квадратных метров около 3 часов ночи. На место происшествия приехала бригада пожарных и 6 единиц основной и специальной техники. Из-за сильного задымления жители из здания эвакуировали. Огонь удалось потушить к 4 часам утра. Причины возгорания устанавливают эксперты. Всего за минувшие выходные на территории Самарской губернии произошло 10 пожаров.